Объект SCP-4166. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-4166-1 должна содержаться в стандартной камере для гуманоидных форм жизни, в конструкцию которой внесены следующие модификации. Смежная комната переоборудована в сторожевой пост, из которого ведется круглосуточное наблюдение за объектом. В основной камере отсутствуют оконные проемы. Поблизости от области содержания размещены предупреждающие знаки, согласно которым набожным субъектам или субъектам мужского пола вход в камеру содержания SCP-4166 воспрещен. Запросы на те или иные вещи должны получить одобрение исследователя и младшего психолога. SCP-4166-1 к настоящему времени сделала следующие запросы. Пятиразовое питание – отклонено. Трехразовое питание – одобрено. Пистолет – отклонено. Тазер – одобрено. Сигареты с табаком и марихуаной – отклонено. Бутановая зажигалка – отклонено. Различные книги, журналы и видеоигры – одобрено. Запрос будет удовлетворен после рецензии и допуска материалов. Экземпляр Библии в переводе Дауэ Реймса, ревизии Шаллонера, одобрено. Книга изъята по запросу и одобрена повторно. Экземпляры SCP-4166-2 нужно уничтожать на месте обнаружения, после чего обрабатывать SCP-4166-1 седативным амнезиаком класса А. SCP-4166-1 должна еженедельно употреблять 1 см кубический человеческой спермы, который добавляют ей в пищу в капсулированном виде. SCP-4166-1 разрешается один раз в месяц отказываться от употребления спермы, но только в том случае, если это не несет непоправимого ущерба ее организму. Для исполнения этой меры содержания был заключен договор с банком спермы в ближайшем населенном пункте. Кроме того, каждую неделю SCP-4166-1 проходит психологическую экспертизу с целью определения эффективности лечения антидепрессантами и успокаивающими препаратами. Описание. SCP-4166-1 – это девушка, обладающая способностями скульптора реальности класса С, способная создавать SCP-4166-2 и вызывать SCP-4166-3. Она страдает от множества психологических заболеваний, среди которых следует отметить страх перед мужчинами, гипнофобию, ПТСР и склонность к суициду. В ходе медицинского осмотра выяснилось, что ладони, ступни и половые органы субъекта покрыты большим количеством шрамов. Кроме того, у SCP-4166-1 проявляются симптомы крайнего истощения организма, кахексии, если она не будет еженедельно употреблять в пищу человеческую сперму. Каждые 7 дней, если субъект находится в состоянии сильного стресса, SCP-4166-1 порождает экземпляр SCP-4166-2. Одновременно может существовать только одна особь. SCP-4166-2 – это безмолвная гуманоидная фигура в виде тени, не обладающая какими-либо привлекающими внимание особыми приметами, но схожая по строению тела с человеком. Сразу после материализации SCP-4166-2 направляется к комнате, где находится SCP-4166-1, и проникает в нее через основной вход, игнорируя при этом любые препятствия. Затем существо пытается подойти к SCP-4166-1 поближе. Если SCP-4166-1 запомнит устранение экземпляра SCP-4166-2, то в будущем, при каждом повторном проявлении, SCP-4166-2 будет предпринимать контрмеры против устранения. Например, помимо прочего, материализоваться с оружием в руках. В случае успешного устранения, SCP-4166-2 моментально растворяется в воздухе. SCP-4166-3 – это психическое заболевание, поражающее любых субъектов, увидевших SCP-4166-2 и протекающее в три стадии. Его симптомы
проявляются до тех пор, пока экземпляр SCP-4166-2 не будет устранен. Описание стадии SCP-4166-3. Первая стадия SCP-4166-3 длится обычно 2 месяца, после чего переходит во вторую стадию. В это время у пострадавшего наблюдаются следующие симптомы. Повышенная раздражительность, чувство дискомфорта, испытываемое субъектом, когда он находится в одиночестве. Навязчивое желание закрывать двери. Усиленная реакция испуга. Кратковременные визуальные галлюцинации, замечаемые периферическим зрением. Вторая стадия SCP-4166-3 обычно длится месяц, после чего переходит к третьей стадии. К симптомам первой стадии добавляются следующие. Убежденность субъекта в том, что он был охвачен пламенем во время какого-либо значительного события в своей жизни, вроде дня рождения или свадьбы, не исчезает, если субъекту предоставить доказательства, опровергающие это убеждение. Визуальные галлюцинации в виде смутных очертаний рук, возникающие при взгляде на дверные ручки и длящиеся примерно секунду. Страх перед религиозными обрядами и лицами мужского пола. Сонный паралич. Третья стадия SCP-4166-3 длится до тех пор, пока SCP-4166-2 не будет уничтожено. К симптомам первой и второй стадии добавляются следующие. Постоянные тактильные галлюцинации, воспринимаемые субъектом как беспорядочные прикосновения невидимых рук к его телу. Визуальные галлюцинации в виде SCP-4166-2, стоящего в открытом дверном проеме. Ощущение горения и жжения по всему телу. Страх перед вечными муками, которые, как считает субъект, будут уготованы ему после смерти. Приложение 4166А. Обстоятельства постановки на содержание. SCP-4166-1 в течение 12 лет воспитывалась в католическом приюте. Началом проявления аномальной активности можно считать спонтанное самовозгорание отца, который позже был доставлен в больницу. 6 дней спустя, 24.07.2008, произошла первая материализация SCP-4166-2. В ходе этого события прозвучал выстрел из пистолета, который привлек внимание монахинь. Войдя в комнату SCP-4166-1, они увидели ее стоящей на пороге с пистолетом в руках. Но кроме нее больше никого в помещении не было. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, что в конечном итоге привело к постановке SCP-4166 на содержание. Приложение 4166-C. Протокол психологической экспертизы 4166-А. Опрашивающая. Младший психолог. Предисловие. Данная беседа проводилась вскоре после постановки на содержание 26.07.2008. Начало записи 13.21. Добрый день, SCP-4166-1. Я бы предпочла, чтобы вы меня так не называли, пожалуйста. Хорошо, прими мои извинения. Как тогда лучше всего к тебе обращаться? Я? Бля. Прошу прощения? Нет. Я хотела сказать, я не знаю. Не могу придумать, как вам ко мне обращаться. Думаю. SCP-4166-1 молчит несколько секунд. Просто зовите меня, Да, знаю, звучит отстойно, но это моя фамилия. Очень хорошо. Рада познакомиться. SCP-4166-1 молчит минуту. Все в порядке? SCP-4166-1 молчит еще в течение 10 минут, в этот момент делает записи. Эх, похоже, в этот раз молчать у меня не получится. Не торопись, времени у нас достаточно. Я могу здесь находиться до тех пор, пока тебе не надоест. Спасибо, но я хотела сказать, что хочу, мою заморочку, верно? Вы хотите знать, что со мной не так? Вы хотите помочь? Я хочу помочь вам.
чтобы вы помогли помочь мне. Так что... приготовьтесь, вроде того. Ну, это... сейчас начнется. Разумеется. Проходит 10 секунд. Ладно, я вся внимание. Проходит 20 секунд. Ну, я... как бы сказать... Вы догадываетесь? Я, ну... Короче, вы поняли, ага? Боюсь, что нет. Ну... Все в порядке, не спеши. Да, знаю, знаю. Я просто... Господи... Об этом так трудно говорить, практически невозможно. Я надеялась, что для вас и так уже очевидно, что во мне сломалось или нет. Похоже, пока что нет. Но монахини вам наверняка уже рассказали о том, что я за человек. Да, они много о тебе поведали. Какой набожной и трудолюбивой ты была. Хотя временами ты испытывала беспричинный страх. А еще они... Скажите, а они рассказывали вам обо мне? Черт. Я хотела сказать, я... Какой я была? Или какая я есть? Обо всех этих штуках, которые есть во мне. Или были. Я уже и сама не знаю. Господи. Они вам про это говорили? А, ну, вот про это все. Прошу прощения? Господи. Ну, я... Вы что, вообще не догадываетесь? Мне более-менее известно только то, что рассказывали монахини. SCP-4166-1 молчит минуту. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас я вам в общих чертах обрисую всю картину. Обычно это происходит ночью, а потом исчезает на несколько дней. Страх, постоянная паника, повышенная возбудимость, бессонница, потеря аппетита. Вам все это знакомо? Боюсь, что подобные симптомы характерны для большого количества недугов. Это явно что-то болезненное для тебя, верно? Да, со мной произошло кое-что весьма болезненное. Задолго до материализации SCP-4166-2? Вещи не появляются просто так из ниоткуда. Они не выходят из тени без причины. Да, задолго до материализации. На тебя кто-то напал? Не совсем, ну... То есть да, на меня напали. Просто потому что... И это было так... Неправильно. Все это было неправильно. Но вы... Вы находитесь ко мне так близко. Очень-очень близко. SCP-4166-1 громко стонет. Какая же я бесполезная. Какое же я блядское ничтожество. Ну почему? Почему, блядь, мне так сложно выдавить из себя одно единственное слово? Я хочу просто взять и все рассказать. Вот бы у меня были силы, просто я... А у вас есть ручка? А, да, сейчас проверю. Вот, держи. SCP-4166-1 достает тетрадь и в течение минуты рассматривает пустую страницу, после чего начинает что-то на ней рисовать. Я ненавидела церковь. Мне не нравилось там находиться. Мне не нравилось там находиться и чувствовать себя греховной. Потому что я воплощение греха. И они обращались со мной соответствующим образом, понимаете? Мне было 5 лет. Они не знали, что со мной делать, когда у меня вылезали симптомы. Они называли это слабостью плоти. Если я плакала или говорила то, что мне не положено, или совершала... поступки, не свойственные для детей моего возраста, то меня били, меня избегали, заставляли каяться. Я была никчемна, я была демоницей. И даже несмотря на то, что мне пришлось отступить от него, я пошла на сделку с дьяволом. SCP-4166-1 вырывает страницу. И в конце концов, после всех этих гребаных лет, в течение которых меня били и смешивали с грязью. Я продала ему свою душу, понимаете? Ради того, чтобы вся эта поебень прекратилась. Чтобы он заплатил. Чтобы он сгорел, чтобы почувствовал то, что испытывала я. Разумеется, за все нужно платить.
По условиям сделки я должна была охмурять одного мужика раз в неделю и спать с ним. Я должна была, пардон за мой французский, стать ёбаной шалавой. И это ужасно, мать вашу. Господи, господи. Но тогда... Тогда мне было насрать, потому что я чувствовала себя чертовски хорошо. Господи, господи боже, прости меня. SCP-4166-1 обхватывает голову руками и закрывает глаза ладонями. В первый раз за всю свою гребаную жизнь я почувствовала себя могущественной. У меня была истинная сила. Я получила возможность убить его и при этом обосралась по полной. Я должна была догадаться, что от демонов просто так не избавиться. Происходит материализация SCP-4166-2. Прости, прости, прости за то. SCP-4166-2 подходит ближе к SCP-4166-1. Приведен в действие экстренный протокол ESP-166. Что я все сделала не так? Мне следовало быть выше всего этого. Следовало. Давайте на сегодня закончим. Конец записи. 14.04. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через Patreon или кто становится спонсором нашего канала на YouTube. Это невероятно помогает нам в нашем творчестве. Мы заметили, что по статистике больше половины наших зрителей смотрит, не подписавшись на наш канал. Если вам интересно наше творчество, если вам не сложно, то подпишитесь.